Александр и Даша. Овации! Ну что ж, слова, обещания, сказанные, да, улицы одеты, клятвы сказанные. И наши мамы и папы встречают наших молодых хлебом с солью. Пап, слово. Дорогие дети, сегодня в вашей жизни очень замечательный день. Вы здесь сегодня очень кардинально поменяли свою судьбу. Мы хотим с родителями подарить вам мир, полный добра, счастья и любви. И благословляем вас на вашу счастливую, долгую, семейную жизнь. Дорогие дети, сегодня вы стали законным мужем и женой. И поэтому с сегодняшнего дня каждый из вас в ответе за судьбу любимого человека. Пусть ваше счастье будет таким теплым, ваши чувства будут такими теплыми и светлыми, как этот караван. А эта соль будет последней в вашей жизни. И с этого момента начнется медовый месяц, который продлится на всю вашу дальнейшую совместную семейную жизнь. Счастья вам! И мама, как всегда, присоединяется, да? Ну что ж, дорогие Александр и Даша, отломите, пожалуйста, по кусочку этого каравая. Ну, понятно, да? Кто больше отломит, тот и будет главой в семье. Ну, Александр уступил. Нет, не уступил. Ну и погромите друг друга. А теперь, пожалуйста, шампанское, чтобы запить эту соль. Ну, а мы поддержим, Дарилус. Есть такие два человека, которые за вами сегодня будут допивать, доедать все, что вы не допили, все, что вы не доели. Итак, встречайте наши прекрасные свидетели! Аплодисменты! Ну, покажите себя немного, да? Ну, игривая свидетельница и брутальный свидетель, как всегда. Вот. Спасибо большое. Дорогие свидетели, все, что не добили наши молодые, все сегодня это вам. Пожалуйста. Аплодисменты, свидетели. Ну что ж, дорогие друзья, прежде чем мы подойдем за стол, у меня есть такие три конверта, потому что всем гостям очень интересно, кто же все-таки будет главой семьи. В этих конвертах один патриархат, и один равноправие. Александр, вам выбирать. Свидетель вам помог. Если что, это его вина. Правильно. Красивым,
штыком свяжите, пожалуйста, руки наших молодых. Замечательно. А теперь под наши овации, пожалуйста, проведите их к праздничному столу. Снимите, не развязывая этот ручник, и крепко-накрепко завяжите его. Одна в одну сторону, вторая в другую. Аплодисменты! И это уже одна из ваших реликвий. Реликвий вашей семьи. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас необычная свадьба. Вы поймете чуть попозже, почему я так говорю. Сегодня я не буду называть, кто будет поздравлять наших молодых, а буду говорить ассоциации. Ассоциации наших молодых Даши и Александра. Итак, первая ассоциация. Она самая заботливая на свете, подарившая жизнь. Посвятила себя своим детям. Она всегда мечтала, чтобы ее сын был настоящим мужчиной. Поэтому вложила в него всю свою материнскую любовь и воспитала все лучшие качества. Ну, конечно же, это мама жениха. И поскольку я сказала, что у нас свадьба сегодня необычная, у мамы необычное поздравление для вас. Благословляю ваш день, слезы радости.
пожалуйста, попробуйте то, что у вас налито в рюмочке, и скажите свои ощущения. Yeah.
Сосуд Даши. Он всегда был и есть для Даши достойным примером, защитником и покровителем. Он стал идеалом и с детства учил ее ценить то, что действительно важно, и преодолевать трудности. Научил вкладывать всю свою душу в любое начинаемое дело. В детстве много времени проводил со своей дочерью, обучал ее творчеству. У него золотые руки, и он может все на свете. А мы ее так поменяли. Я правда волнуюсь. Я немногословен, и красноречием особо не страдаю. Я такой, по своему гороскопу, я своим носом говорю. Ну, вам пожелаю. Все уже сколько сказано хорошего. Я к этому присоединяюсь. Совет да любовь. И так вот что-то надо тут почесть горько. Она является духовной наставницей, подругой и второй мамой, к которой всегда можно обратиться за мудрым советом и поделиться тайнами. И кто же это? Нет. Нет. Это крестная мама, конечно же. Дорогие мои, Дашенька и Саша, очень рада разделить с вами праздник этого дня. От всей души вас поздравляю с днем бракосочетания. В этот день вы суть вы связали, ни на миг, ни на день, на века. Пусть же ангелы вам помогают и Всевышний вам помощь рукам. Удивляйте друг друга в дно, уважайте родных и знайте, что дороже всего лишь любовь. Ваш союз и есть ваша крепость, нерушимый пусть будет ваш дом. Пусть не гаснет очаг огнем надежды, и детишки трезвятся уснем. Держась за руку, вместе идите. Берегите любовь и семью. Сердце лучшее вы сохраните. Я за вас и места помолю. И, конечно же, медалист института брака, чтит семейные традиции радушно и гостеприимно. Радушно и гостеприимно. Бабушка, конечно же, бабушка. Дорогие наши друзья, поздравляю вас с законным браком. Мы вам желаем счастья и добра. Пусть будет светлой дорогой, пусть будет жизнь ваша прекрасная, красивая. У вас семья, пусть она будет доброй, верной, красивой, счастливой, бесконечной и неизменной. Совет вам дай любовь. Почувствуя слабейшее волнение, она всегда
лучший друг, в ней море доброты и терпения. Она всегда помочь готова. Кому? Сестричке лучшей Вероникой слова. Замечательно.
Что вам нужно сделать? Не обязательно вам ходить ко мне, если что, я вас позову. Вам нужно попросить соседа слева почесать вам за ушком. Вам нужен факт. Факт того, что вы грузите. Не соглашайся сразу. Ну я тут, не знаю, мне, по-моему, тут я не знаю, плохая, что ли. А тут группа Амурайзе. Она так щелкает, я не знаю. Мне вообще кажется, что у меня аллергия, потому что это Амурайзе. Спасибо большое. Номер два. Замечательно. У вас очень такая вот подвижная будет игра. Вам нужно подойти к каждому гостю и сделать вот так. Царь, очень приятно, царь. Каждому. Ну что ж, номер три. Замечательно. Что вам нужно сделать? Вам нужно спеть поздравительную песню для наших молодых. Любую. Мои любимые, Дашенька и Саша, я вас поздравляю с таким прекрасным днем. Сегодня у вас свадьба, и я вам желаю всегда любить и ночью, и днем. Браво! Браво, браво! Это тоже приветствуется. Номер 4. Замечательно. Смотрите, вам нужно, а вы все. Да, вам нужно идти. Смотрите, что вам нужно сделать? Вам нужно сказать соседу справа, ну вот, прекрасной даме, на ушко скороговорку «Корабли лавировали, лавировали, да никак не вылавировали». «Корабли лавировали, лавировали, да никак не вылавировали». Нет, на ушко даме. Да. Аплодисменты. Ваша денежка. Ну что ж, номер 5. Замечательно. Вот вам как и везет этому столу. Признайтесь в любви нашим молодым. В очередной раз. Я вас очень люблю, искренне. Люблю вас. И это не только потому, что у меня пятая цифра, а потому, что я вас правда очень люблю. Ну, к сожалению, как у Вероники, у вас не получилось, но вот ваши деньги. Ну что ж, номер 6. Замечательно. Можно цыганочку? Да, потому что то, что вам выпало, лучше вам не делать. А можно нам цыганочку? Танцуй!
здесь, смотрите. Лёса, я здесь. Что мы можем сделать? Вот с ласточкой мы же сегодня еще не пили, правда? Ой, за ласточкой, не пили еще. Что вы делаете? Берете свой бокал, говорите свой тост, становитесь в позу ласточки и выпиваете. Три мультфильма про лето и два про зиму.
уже заходить. Если уже заходить. Просто первое. Ну, зайцы и булки зайцы. Да. Это зима. Ну, а я... Стрекоза и муравей, да, хороший мультфильм. Стрекоза и муравей. Грузинский мультфильм. Ежик в тумане, да, уже такие бассейн. Который вот этот тигр, как это называется? Там совсем полностью. Вас не слышно, молодой человек? Не слышно. Тот тигр, который бабушки в гости. Нет, летом, а потом он должен масло повернуться. Баба-б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 аба-
к дедушке ходил, были два. Парни красивые. Который на квас, не на квас, я же кадр не знаю. Сладкие, сладкие, они катались под магнитофоном. И Барбуленко, конечно же, Барбуленко. Спасибо вам большое. Ложись. Итак, номер 14. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и кем вы приходитесь в наши клады? Меня зовут Олег. Я друг Даши. Даша после денег за моей свадьбой. Замечательно. То есть, смотрите, что вам нужно сделать? Пустить самый нелепый слух о наших молодых. Ну, например, Саша грабит. Нет, смотрите, слух выпускается вот на ушко, да. Спасибо. Номер 15. Как вас зовут? Андрей. Андрей, смотрите, что вам нужно сделать. Выходите ко мне, берите свой бокал. Сказать красивый тост, как истинный грузин. Ну, чтобы вот все было, и вам на это ничего не... Спасибо. Номер 16. Номер 16. Замечательно. Артурич, обнимите всех гостей. Вот здесь присутствующих гостей. Жарким объятием. Номер 17. Номер 17. Нет, да? Хорошо, номер 18. 18 тоже будет, да? Номер 19. 19. Хорошо. Закидайте наших молодых комплиментами. 10 комплиментов от вас. Вот какие они? Муж двоюродной сестры. Спасибо большое. Итак,
Даша, любое ваше желание сейчас Ростислав в данный момент. Любое ваше желание. Танец. Ростислав, танец. Танец у Ростислава. На выбор диджея. Он ехидно улыбался и начал искать музыку. Thank you.
Stepping up.